Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Фаины Раневской. Глубокая драматическая актриса, она посвятила всю жизнь театру. А зрители запомнили ее как королеву эпизода и комедии в кино. В Москве к юбилею открылась выставка личных вещей народной артистки СССР. Мемуары Раневской пролистала Ольга Жемчикова. Я для вас могу сыграть хоть Анну Каренину. Не хуже любой народной артистки, честное слово. В том, что народная артистка Фаина Раневская не то что не хуже других, одна из лучших, еще при ее жизни никто не сомневался. Кроме нее самой. Хотя по ней сложно было сказать. Кажется, она такой родилась. Уверенной, умеющей рассмешить и уколоть. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. Связей у нее не было. Только большое желание играть в театре. В 19 лет, как ее земляк Антон Чехов, она уехала из Таганрога покорять Москву. Обожаю Чехова. По иронии судьбы, у нее с драматургом оказалось намного больше общего, чем просто родной город. Однажды еще никому неизвестная Фанни Фельдман выходила из банка с пачкой денег в руках. Дунул ветер, деньги разлетелись. Ее реакция: денег жаль, зато как красиво улетают. Да вы же Раневская из Вишневого сада Чехова, заметила находившийся рядом с ней знакомый. Говорят, так она и взяла свой псевдоним. В постановках по Чехову потом будет играть десятки раз. Но роль той самой Раневской ей так и не достанется. Глубокую драматическую актрису запомнят как королеву эпизода. И за роли не в театре, в кино. Интриган! Я буду жаловаться королю! Королей, в ее случае генеральных секретарей, Раневская и правда не боялась. Однажды Леонид Брежнев пошутил над ней, вспомнив знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня». Раневская парировала: «Так, Леонид Ильич, ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Говорят, генсек извинился. Но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Властных жен Раневская играла особенно самозабвенно. В жизни обычной актрисе так и не удалось исполнить роль жены или матери. По иронии судьбы, даже в кино ей чаще доставались строгие мачехи или гувернантки. Впрочем, и это она умудрялась высмеять. Вспомнить одну «Фрекенбок» из «Карлсона». Я сошла с ума. Какая досада. Досадное одиночество артистка до конца жизни скрашивала на работе. Стоило ей выйти на сцену, зал начинал аплодировать. Раневская, впрочем, даже в последних интервью признавалась, что считает себя дилетанткой. Говорила, талант – это неуверенность в себе. Зрители еще при жизни уверенно разобрали ее роли и высказывания на цитаты и афоризмы. Да, красота – это страшно. Одной из ее крылатых фраз «У меня хватило ума глупо прожить жизнь» назвали выставку к 120-летию со дня рождения актрисы. Фото, отрывки из фильмов, воспоминания. И, конечно, ее колкости. Куда без них? Из воспоминаний и Савины, когда она говорит о том, что на свою статью к юбилею Раневской она получила от нее телеграмму. Раневская написала: «Благодарю вас за блистательный некролог». Юбилей она никогда не любила отмечать. Говорила, старость – это просто свинство. Остается только догадываться, как бы Раневская отреагировала на новость об этой очередной круглой дате. Ольга Жемчугова, Елизавета Максимова, Михаил Четверяков и Андрей Никеев. Мир-24. Выставка, посвященная 120-летию со дня рождения актрисы, расположена в Театральном музее Бахрушина в Москве. Она будет работать до 2 октября.